Чита Кирану, как слышите? Проклятье! Неужели Люс не понимал, что творит, глупец? Он принимал шепот колдуна за голос собственного вдохновения. Люс был всего лишь пешкой. Они убили Нозика и заставили нас поверить, что хотят сделать то же с Люсом. Чтобы мы привезли его именно туда, где он был им нужен. И весь этот спектакль в катакомбах. Уловка, чтобы обмануть Люса и вынудить его завершить работу. Трон. Все куда хуже, чем я надеялся. Этот столб наполняет все вокруг скверной. Тита Кирану, ответьте. Глаз. Все смотрят прямо в мою больную душу. Вокс бесполезен. Надо найти наших братьев. Мы... перья его, Кодианцы. Парящие в пустом Они сломлены. Воздухе. Узри, как мы танцуем, влекомые его благословенными крылами. Знание истекает из его бескрайних глаз мерцающими самоцветами экстаза, что сияют образами бесконечности. Прочь! Прочь! Я дочь Кадии, и я вам не дамся! Все этот чудовищный обелиск. Он безмолвно вопит о скверне. Глянуть на него один Разум раз. Простого человека не в состоянии выдержать столь пагубную энергию. Едва ли. Даруем им милосердие? Этим займется комиссариат. А у нас есть более важные задачи. Мы думали, ваш отряд погиб. Нам удалось уцелеть. Капитан ждет вас внутри. Отвага и честь. Отвага и честь. Братья. Осторожнее с ранеными. Я потеряла один взвод, еще 5 сильно ослаблены. Наш комиссар казнил больше 20 человек, потом застрелился. Все, у кого была слабая психика, мертвы. Оставшиеся будут сражаться до конца. Спасибо, майор. Подготовьте своих людей к общему наступлению. Есть, милорд! Тит, доклад! Святая Терра, что вы там такое натворили? Мы не смогли остановить Люса. Это мне ясно. Он был запятнан. Неведомо для себя стал марионеткой архиврага. И теперь у нас тут варп-разлом размером с небольшой крейсер. С несокрушимого дали 3 залпа, а на столпе не царапины. Мы все еще не знаем, как с ним совладать. Его питает артефакт с Граи. Если мы сумеем его уничтожить... Где он? Мы не знаем. Это, по-твоему, решение? Других нет. Столб окружен силовым полем, которое отражает любые наши снаряды. Однако мы видели, что враги проходят через него пешком. Необходимо подобраться к нему и попробовать это повторить. Идите в ту дверь. Мы атакуем с минуты на минуту. Императора, запятнавшие понятия верности и братства. Наглые, подлые еретики! Скажите, братья, какова цена предательства? Смерть! Какая судьба ждет тех, кто отвернулся от света? Смерть! И что вы прокричите, вырвав сердце предателя? Смерть! 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 Вы — возмездие во плоти. Вы — карающая длань и последний оплот надежды человечества. Вы — сыны Жилимана. Вперед! Во имя Императора!
Истребите всех, кто отвергает его праведное слово! За императора! Спасибо тебе. Наши силы разделены надвое. Основную атаку от Хромаэтера я возглавлю лично. Я уже отправил два отряда во фланг врага, но мы потеряли с ними связь. Они несли знамя роты. Если они погибли... Мы его вернем, капитан. Ультрамарины, готовься! Есть! За тем мостом. Что это такое? Берегись! Элдрей, в рассыпную! Совсем близко, нам они понадобятся. Будет жарко. Секунду, все братья. Ясно, сэр. Таврос, нас утюжит воздушная поддержка врага. Тащи сюда любое тяжелое вооружение, которое может сбить этих гадов. Будет сделано. Бол, при штурме мы ожидаем высокие потери. Пусть медики сперва займутся теми, кто может вернуться в бой. Остальным придется подождать. Я передам им это распоряжение. Выступаем с минуты на минуту. Будьте готовы. Император защищает. Император защищает. Свет! Вторая рота! Мы примем этот бой во имя нашего примарха! И если мы умрем, то умрем, свершив возмездие! Возмездие! Гарри, вставай! У меня перебита нога, брат! Прекрати его! Держать строй! Прочь, предательское отродье! Дарий! Он погиб! Возмездие! Им словно нет конца! Есть! И мы его непременно отыщем! Калгар, лейтенант, я получил твое сообщение. Докладывай. Похоже, источник их силы — центральный обелиск. Его защищает силовое поле. Какие предложения? Мы обстреливали щит из всего, что только можно. Безрезультатно. Милорд! Есть одна мысль. В катакомбах Люс сказал, нужен лишь поворот полярности. И затем повернул что-то. Объект. И что? Он был копией этого обелиска. Ты хочешь повернуть это? Объясни. У Авроры может быть слабое место. Может. Магистр, нам нельзя здесь оставаться.
Лейтенант, поддерживаешь план сержанта Гадриэля? Конечно. Капитан Акеран, собирай свою роту. Есть, магистр. Братья, еретики почуяли вкус победы. Но мы лишим их этого удовольствия, как лишаем уже 10 тысяч лет. Потому что мы, сыны Ультрамара, слуги Императора и стражи Империума. Пусть эти отбросы ощутят ярость нашего древнего возмездия! Милорд, наш авангард выходит на поле боя. Устройте им бойню, капитан! Так точно. Всем бойцам огонь! Будут считанные минуты. Поспеши! Похоже, это панель управления. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Лейтенант, есть у нас план или нет? Ожидайте. Вот оно. А если ты умрешь? Вариантов нет. Сколько еще? Три. Кого ты пошлешь? Веридиан и Таласа. Последним займемся мы. Я их вызову. Объяснишь им все по воксу. Есть, капитан. Смотрите, как они корчатся в агонии. Осталось два. Таласа, доклад. Это Страбан. Дело сделано. Благослови тебя, Император Страбан. Я лишь проводник его божественной воли. Можете вернуться к основным силам. Нанесите еретикам сокрушительный удар. Конец связи. За Императора! Это штурмовое отделение сержанта Виндиана. В ближнем бою с ними не сравнится никто. Есть маршрут. Передаю вам. Напрасная трата дредноута. Тит, Тенци добрался до панели управления обелиском. Трон, кажется, это та еще пытка, но он держится. Демон ослаб еще сильнее. Веридиан, как там Деций? Жуткая головная боль. Но от вида страданий этого чудища сразу стало полегче. Это точно. Просим разрешения вернуться на передовую. Разрешаю. Спасибо, братья. Да не оставит вас Император. Конец связи. Еще один. Вы слышите?
Где предатели? Они здесь повсюду! Почтенный брат, ступай с нами. Ты утолишь свою ярость и послужишь общему делу. Ведите меня в самое пекло! Вперед! Это твои боя! Во имя Императора я истребляю тебя! Святая Терра! Это наш шанс! Вперед! Этот мой брат. Есть, милорд. Лорд Калгар! Это ловушка! Возможно. Мы... Вы Материуме? Если так, медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. Будут мочиться в твой череп! Отпусти его, и мы даруем тебе быструю и легкую смерть. Отпустить? Вы же так старались привести его ко мне. Довольно, Игор. Заткнем еретика. Последний танец, а потом нити оборвутся. Вскоре ты встанешь на мою сторону, мальчишка. Эти по глазам! Иначе лишь лев потратите патроны!
окружены! Убьем как можно больше врагов, братья! Это лишь имитация. Новые фокусы! Будьте начеку! И Мурак слабеет! В последней схватке он выдохся! Держитесь! Что это? Какая-то энергия? Нужно проверить! Будьте осторожны! Возможно, это очередная иллюзия. Мы это проверим. Лорд Калгар! Что я сказал тебе на Теласаре? Повтори! Милорд! Говори, иначе я убью тебя как самозванца! Правила не должны становиться клеткой для интеллекта. Это ты, Тит. Рад тебя видеть. Его колдовская сила пошатнулась. Он уязвим! Смотрите, как его царство слабеет вместе с ним. У него осталось лишь одно укрытие. Выкурим еретика оттуда. Вижу его! Внутри потока! Он готовит очередную атаку! Артефакт там! Должен быть там! В этом осколке заключена почти бесконечная сила! Мы должны поспешить, братья! Надо перезарядиться. Глупые марсиане! В их руках было совершенство, но не растратили его на пустяки из-за невежества. Сила струится во мне нарастающим потоком откровений. Выпусти меня из этого несовершенного мира! Даруй мне божественное знание! Брат, битва окончена. Ты справился. Брат! Вставай, Тит. Твой долг еще не исполнен.
За императора! За императора! За императора! Лейтенант Димитрий Тит, твои решительные действия спасли эту систему. И я с гордостью вручаю награду, достойную подобного подвига. Лавровый венок. Пусть каждый воин Адептус Астартес видит, что перед ним образцовый сын Жилимана. Во славу Ультрамара! Отвага и честь! Рота, вольно! Прости, что твое возвращение домой затянулось. Милорд, это... Я разгневался, когда узнал о твоем аресте. В своем высокомерии Инквизиция не сумела понять истину. Никакому злу не сломить преданности, подобной твоей. Спасибо, милорд. Есть миссия. На время тебе придется покинуть вторую роту. Как прикажете, магистр. Брат Капеллан все объяснит. Это он предложил тебя. Милорд, меч Калта готов к вылету. Спасибо, капитан. Мой корабль доставит тебя. Буду рад твоему обществу. Тит, это была честь для меня. И для меня, мой капитан. Слышал, ты нас покидаешь. Ненадолго, надеюсь. Храни тебя, император. И вас, сэр. Братья, меня ждет новая миссия. Тебя будет не хватать. Я не забуду кровь, пролитую вместе. И мы тоже. Я у вас в долгу. Вы возродили мою веру в братство. Мы будем ждать тебя. Отвага и честь. Отвага и честь. И честь. Тит, лорд Калгар сообщил о твоем задании. Хорошо. Детали расскажу в пути. Ты летишь с нами? Да. Принято, милорд. Ты хорошо поработал. Заслужил доверие своих братьев и магистра ордена. Но знай, Тит, тень подозрения не пропадет бесследно. Я буду за тобой следить. И если ты хоть на миг сойдешь с истинного пути, я не проявлю пощады. Леандрос. Милорд, пора.